Специальный сорт картофеля «Гурман» с фиолетовой мякотью, полезные для больных диабетом, суперурожайные томаты, неприхотливые сорта перцев и другие новинки семеноводства представила московская фирма «Сидек» на выставке «ЮКАГРА». Ее стенд с первых дней работы экспозиции в центре внимания посетителей. Только картофеля «Сидек» представляет 12 сортов, особенно популярных у фермеров Юга России. Среди них можно встретить как отечественные, например, «Алена», который дает очень ранний урожай, так и немецкие, например, «Альвара». Представила компания и свой собственный сорт. Наш сорт выведенный, мы его будем вносить в этом году в госреестр, сорт «Взрыв» краснокожурный, с белой мякотью, с хорошими вкусовыми показателями. Это все адаптировано под зону Краснодара и дает урожай от 35 тонн и до 50 и выше. Особое внимание приковано к семенам овощных культур от агрофирмы «Сидек». Кубанским аграриям они хорошо известны. «Сидек» проводит испытания своих сортов и гибридов на юге России и знает, что можно предложить и фермеру, и дачнику. У компании в Краснодаре два фирменных магазина, а сегодня купить семена можно на выставке «ЮКАГРА».